Йоу, привет, меня зовут Павел Абастов, я инстаграм-эксперт, а в этом видео ты узнаешь немножечко больше информации про прямые трансляции в инстаграм. Я расскажу, что это такое, зачем они нужны, как прямые трансляции помогут тебе раскрутить твой инстаграм и расскажу, почему у некоторых людей прямые трансляции до сих пор не работают. Поехали! Что такое прямые трансляции в инстаграм? Это трансляции, то есть видео, которое записывается в прямом эфире, которое позволяет тебе общаться с твоей аудиторией. Как работают прямые трансляции в инстаграм? Для начала ты должен зайти в обычную свою новостную ленту в инстаграме и в левом верхнем уголке будет такой фотоаппаратик. Нажимаешь на фотоаппаратик и попадаешь в режим съемки видео, либо в режим фотосъемки. Там в левом нижнем уголке находится функция прямой эфир. Жмешь туда и все, твоя прямая трансляция запускается. И с помощью этого ты сможешь общаться со своей аудиторией. Почему же некоторые пользователи до сих пор не могут использовать прямые трансляции в Instagram? Пока прямые трансляции доступны лишь тем людям, у которых есть продукция Apple. Но не переживайте, скоро и у всех появится такая возможность использовать прямые трансляции в Instagram. Чем полезны прямые трансляции для бизнесменов? Но они полезны лишь тем, что ты можешь рекламировать свой товар, продукцию, либо рассказывать о какой-то своей услуге. Если ты блогер или какая-нибудь медийная личность, то прямые трансляции помогут тебе больше узнать свою аудиторию. Ну и, соответственно, аудитория больше узнает про тебя. Как благодаря прямым трансляциям ты сможешь очень быстро раскрутить свой инстаграм-аккаунт? На самом деле, вообще тут ничего сложного нет. Достаточно, чтобы на твоей прямой трансляции было резко 500 человек и более. Если такое происходит, то твой прямой эфир попадает в топ, и его видит очень большое количество людей. Где же посмотреть трансляции, которые находятся прямо сейчас в топе? Их можно посмотреть, если ты нажмешь на лупу. Нажимаешь, и в левом верхнем уголке есть такая кнопочка, там видны все прямые трансляции, которые попали в топ. Ну и, соответственно, если твоя трансляция попадет в топ, то ты так быстро получишь новых зрителей, и они, возможно, на тебя подпишутся, если ты их заинтересуешь. Чем еще полезны прямые трансляции? Они полезны тогда, когда ты резко набрал популярность. Например, ты участвовал в конкурсе giveaway, получил, допустим, 20 тысяч новых подписчиков, и тебе нужно как-то их удержать, иначе они отпишутся. Ты проводишь прямую трансляцию, прямой эфир, и как ты взаимодействуешь со своей аудиторией, они узнают о тебе немножечко больше информации, ты становишься для них интересен, и они уже от тебя, ну, конечно же, не отпишутся. И будут с нетерпением ждать прямых трансляций. Некоторые блогеры очень эффективно используют этот инструмент. Проводят прямые трансляции на регулярной основе, буквально каждый день. Это все нравится аудитории, они, конечно же, ждут эти прямые трансляции и смотрят их каждый раз. Ладно, за мной уже машинка подъезжает, в следующем видео я тебе расскажу про новую функцию в Instagram, которая позволяет выкладывать сразу несколько фотографий или видео. Об этой новой функции ты узнаешь в следующем видео. Ну, в общем, все, ставь обязательно лайк, подписывайся на мой канал, пиши какой-нибудь крутой комментарий, делись этим видео с своими друзьями. А на связи с тобой был я, Павел Абастов, инстаграм-эксперт. Еще увидимся в следующем видео, которое сейчас появится, и пока-пока!